Господи, между богами, кто как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес. Книга Шмот, 15. Ba'eli, ba'eli ma'ashem, mi kamoka ba'eli, meder ba'kodesh, mi kamoka ba'eli, ba'eli.
Царь царей, Господь, Господь, то как ты среди богов, твое имя свято, то как ты среди богов, Царь царей, Господь, Господь, то как ты среди богов, твое имя свято, Господь. Ты творец чудес силен, достохвален Господь. Ты творец чудес силен, достохвален. Нора, нора текило посе, посе феле. Нора, нора текило посе феле. Господь, ты мой свет и спасение мое. Кого же мне бояться, кого же мне страшиться? Даже если все злые люди на земле встанут против меня, ты возвал их Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Псалом 117, стих 5.
Боже, царь мой, ты тот же, даруй спасение Якову. Псалом 43. Господь окружает народ.
Hashem Amor, ki lo itosh Adonai Amo, nachal tolo yazor. Ki lo itosh Adonai, ki lo itosh Hashem Amor, ki lo itosh Adonai Amo, nachal tolo yazor. Adonai Mashiach, HaMelech Yanenu. Adonai Mashiach, HaMelech Yanenu. HaMelech Yanenu, Beyom Korenu. Adonai Mashiach, HaMelech Yanenu. Adonai Mashiach, HaMelech Yanenu. HaMelech Yanenu, Beyom. Itosh Adonai, ki lo itosh Hashem Amo. Ki lo itosh Adonai Amo, nachal tolo yazor. Adonai Hoshiach, HaMelech Yanenu. Adonai Hoshiach, HaMelech Yanenu. HaMelech Yanenu, Beyom Korenu. Adonai Hoshiach, HaMelech Yanenu. Adonai Hoshiach, HaMelech Yanenu. HaMelech Yanenu. Шалом, дорогие братья и сестры, желаю вам теплых, радостных ханукальных дней. Каждый раз, зажигая очередную ханукальную свечу, мы вспоминаем об этих событиях. Вспоминаем о том, как Всевышний Бог даровал Израилю в лице Матитьяху и его сыновей и примкнувши к ним повстанцам победу над сиро-греческой армией, регулярной армией. В этой связи хочу с вами сегодня поразмышлять на очень важную тему. Я бы хотел предложить обратиться к тексту из Писания, главе истории, которая называется «Ваишев». Это книга «Бытие», 38 глава, 27-30 стихи. Вообще, 38 глава, главы «Ваишев», она интересна тем, что она как бы вырвана из контекста повествования о продаже Йосефа в рабство.
И я думаю, что здесь не зря Всевышний Бог делает акцент на тот факт, что через семя Иуды, через потомков Иуды в свет придет Машиах, свет этому миру, по сути. И несмотря на какие-то человеческие интриги, подлоги и много другого, что описано в этой главе, в конечном итоге Бог совершает свою работу по сохранению семени. И мы прочитаем 27, 28, 29 и 30 стихи этой главы. «И когда настало время родов ее, и вот близнецы в утробе ее, и во время родов ее высунул один руку, и взяла повитуха, и навязала ему на руку красную нить, сказав, этот вышел раньше, но едва забрал он руку свою, как вот вышел брат его. И она сказала, что это ты прорвался на пролом, и наречено ему имя в синодальном тексте Ферес, а на иврите Перец. Потом вышел брат его, у которого на руке красная нить, и наречено ему имя Зерах». Очень интересный текст, и вы спросите, какое отношение он имеет к ханукальным событиям. Прямого отношения не имеет. Но здесь очень важно отметить некоторые детали в тексте, а в частности, значение имени Перец. И я бы хотел начать с еврейской традиции, которая гласит, например, вот есть вот такие интересные факты, которые предлагает раввинистическая литература, что Перец родился в 2228 году от сотворения мира, и, по сути, имя Перец, оно происходит от глагола «парац» – «идти на пролом». И из текста Торы мы видели, что этот мальчик, этот новорожденный, он таки, да, шел на пролом. И еврейская традиция, в частности, один из мидрашей, он утверждает, что прежде чем родился первый поработитель фараон, родился последний спаситель. То есть, таким образом, здесь намек на то, что Перец, он будет потомком Мессии. Есть еще один текст в Мидраш Эстер Раба, Мидраше Эстер Раба, где записано, что некий раби Берахья со слов раби Абы Бар Кагана говорит, хотя и были сотворены небо и земля совершенными, но испортились, и все они не исправятся, пока не придет сын Переца. По сути, Мидраш говорит, что сын Переца – это сам Машиах, и Перец – имя Машиаха. А еще один текст из Талмуда, Мидраш Раба, Берешит, 85 глава. «Иуда был озабочен своей женитьбой в то время, как святой Бог, да будет он благословен, создавал свет Мессии». И дальше Мидраш продолжает. «Это Мессия, царь, как написано, и произойдет отрасль от корня Исеева, и жезл силы твоей пошлет Господь Сиона». Рамбан, раби Моше бен Нахман, говорит о Переце. Он был окружен барьером и заключен внутри этого кольца. Вот почему сказано, как ты расторг себе преграду. И дальше в своем комментарии он говорит, что он есть первенец, и он указывает на грядущего потомка Иуды, на Давида, царя Израильского. И, соответственно, он также указывает в далекой перспективе на потомка царя Давида, на Машиаха и Иешуа. И если все взять
вот, то, что говорит нам Тора, и то, что говорят мудрецы Торы, то мы можем прийти к выводу, что Бог создает лекарства прежде болезни. И Перес является образом Машиеха. Перец – это свет Машиеха, который освещает тьму. И одно значение слова «порец» означает «пронизывать», «пронизывать тьму» или «рассеивать свет в этой тьме». И есть другие значения этого слова имени собственного «перец». Например, «порец» – стеноразрушитель, и «перец» – прорывающий. Можно много сказать по этому поводу, но давайте с вами сосредоточимся на той мысли, что «перец» является тем, кто рассекает тьму, кто приносит в этот мир, в мир, погруженный во мрак, приносит свет, свет божественный. И когда мы говорим о этом свете, мы должны понимать, что восставшие евреи против гнета сирийского, против осквернения еврейских святынь, еврейского храма, восставшие Маккабим против навязывания греческого образа мышления, они понимали, что только божественный свет может действительно в сердце человека произвести желание отстаивать святость, отстаивать еврейский образ жизни. И я верю, что свет Машиеха и в то время он побуждал этих людей выступить против врага. И в наши дни, братья и сестры, когда мы живем в полнейшем мраке, когда сгущается тьма, когда восстают враги против нас, когда мы находимся в этой сложной ситуации с COVID-19, я думаю, что мы должны особенным образом прочувствовать свет Машиеха, пронизывающий свет Машиеха в нашей жизни. И как записано у пророка Иеремии, «Я, Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» И действительно, есть ли что-либо невозможное, что может стать препятствием на пути распространения света Машиеха в этом мире? Что может действительно помешать этому? Братья и сестры, ничего. Если Бог за нас, то кто против нас? Мы читаем в Псалме 26-м: «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» И в самых тяжелых жизненных ситуациях, поверьте, Господь совершит лифхот. Он прорвется с нами. Он пронесет нас через препятствия. Он разрушит эти препятствия. Он соделает все для того, чтобы мы могли служить Ему в чистоте и святости, в обновлении духа и обновлении сердца. И в заключение хочу привести еще одно место из Священного Писания, которое, на мой взгляд, раскрывает некие параллели между событиями, описанными в этом тексте, в тексте 14 главы 1 книги Паралипоменон, и ханукальными событиями.
Прочитаем 14 главу с 8 стиха. «И услышали филистимляне, что помазан Давид на царя над всем Израилем, и поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. И вопросил Давид Бога, говоря, идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои? Сказал ему Господь, иди, и я предам их в руки твои. И пошли они в Баал-Перацим, и поразил их там Давид, и сказал Давид, сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды. Посему и дали имя месту тому Баал-Перацим, или хозяин прорыва». Мы знаем, что когда большое количество воды скапливается в каком-то резервуаре и происходит прорыв, то вот этот поток, этот мощный поток сметает все на своем пути. И этот мощный поток в этом тексте был явлен в силе и могуществе Всевышнего Бога, который совершил прорыв. Давид боялся, Давид сомневался, но Господь укрепил его ноги, укрепил его руки, укрепил его сердце и сказал ему, не бойся, прорвемся. Братья и сестры, и каков же был результат этого прорыва? 12 стих этой главы. «И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем». Филистимляне оставили своих идолов, и Давид сжигает их огнем. Как это похоже на события, которые случились во время восстания Маккабеев, да? Господь совершил прорыв, Господь разорвал этот порочный круг, и Господь напором, мощным напором потоков воды уничтожил врага и омыл скверну, и даровал победу. Братья и сестры, в нашей жизни мы должны ожидать этого прорыва. Господь совершит, и мы вместе с Ним, Байзрат Ашем, с помощью Божией прорвемся. Благословения вам. Господь, Ты мой свет и спасение мое. Кого же мне бояться, кого же мне страшиться? Даже если все злые люди на земле станут против меня, то и тогда надеяться. Боже, я прошу, только одного ищу, жить в доме Твоем. Каждый свой день, каждый свой час жить в доме Твоем. Господь, Ты мой свет и спасение мое. Кого же мне бояться, кого же мне страшиться? Научи, Господь, чтобы каждый новый день был спасением моим. В смутные дни, в темные дни надеяться. Боже, я прошу, только одного ищу, жить в доме Твоем. Каждый свой день, каждый свой час жить в
доме твоем. Благословлять имя Твое.